Ну а как я пойму, какой именно уровень тревоги объявлен? Индикация уровня тревоги выведена на полимерную сетчатку. Так, что ты там предел? Ворота заперты через общую систему безопасности. Можно получить доступ к системе. Единственный вариант добиться этого – как-то подключиться к камерам наблюдения. К сожалению, у меня таких возможностей нет. Продолжи, что ты говорил? Для подключения к камерам существует специальное устройство – СДК-2, Валан. Система диагностического контроля камер может пригодиться не только для диагностики. Надеюсь, что где-нибудь здесь оно имеется. Согласно имеющимся данным, устройство таким названием есть в данной деревне совершенно точно. Я улавливаю его сигнал. Используйте сканер, чтобы определить его местоположение. Повысили свою бдительность на максимум, майор. Твою мать, откуда они вообще берутся? Робот Шмель доставляет их с ближайшей автофабрики. Здравствуй, товарищ. Я корова Анфиса. И если ты слушаешь эту запись, то я потерялась. Пожалуйста, сообщи обо мне моему хозяину, и он скажет тебе спасибо за то, что ты меня нашел. Кабина с терминалом грифа. Но в момент активации экстренного протокола система безопасности заблокировала двери кабины, чтобы исключить несанкционированный доступ.
Это и есть устройство взлома системы безопасности? Взломать эту... Отсутствует доступ к системе безопасности. Необходим код доступа. Куда торопишься, внучок? Баб Зина, ты что ли? Не забыл старуху-то? Молодец. Как тебе комплекс Вавилова? Понравился их милейший кустик? Этот милый кустик чуть меня на тот свет не отправил. Чудом выкарабкался. Вот что я скажу, внучок. Пушки тебе нужны побольше, тогда и гадость всякую будет истреблять подручнее. Это точно. Только с пушками пока сложно. А ты загляни ко мне в избушку. А вот это еще для тебя какой чертежик. И валам взломать помогу. Были у меня коды к ним. Записано где-то. К тебе в избушку? Угу. Что за баба-яга такая без избушки на курьих ножках? Ну ты даешь, мать. Уже иду. Где изба твоя стоит? Видишь полянку на холме? Что дальше по дороге от вышки твоей? Иди туда и жди меня там. Скоро буду. Отпусти, сучоныш! Фу, давно бы так. Чуть не убил меня металлолом долбанный. Yeah.
Спасибо, Бабзин, подсобила. Где эти твои пушки побольше? Дальше без них никуда. Заходи-ка в избу. Чайку папе. Чайку себе сам нальешь. Классный телек. Что показывают? Мультики. Господи. Присядь да посмотри. Ты еще что за... Тихо. Касательно информации о... Повнимательнее смотри. Внутреннем сборе на предприятии номер 3826. Товарищ Молотов, сбой уже устранен. Последствия ликвидированы. Нет никаких причин для беспокойства. Устранен или не устранен? Информация об этом событии имеет все шансы попасть на стол к нашим американским друзьям. Вы понимаете, чем это грозит всем нам? Международный скандал. Я прекрасно понимаю. Понимаете? Под угрозой наш проект «Атомное сердце». Мой проект. Проект, который я создал еще до начала этой проклятой войны. Проект, который вы все отказались тогда признавать. Сколько миллионов советских граждан сгинули в войну в кровавой мясорубке? Я поклялся, что подобной трагедии в мире больше никогда не повторится. Я очень рад, товарищ Сечин, что человеческая жизнь для вас все еще дороже, чем ваши механические игрушки. Но это никак не отменяет того факта, что у нас у всех на шее сужающаяся удавка санкций Запада. Товарищ Молотов, для меня человеческая жизнь действительно стоит превыше всего. А время капиталистических эксплуататоров подходит к концу. Скоро товарищ рабочий класс Сечинов на Западе сбросит с себя ярмо угнетателей. Товарищ Молотов, я прекрасно представляю всю ответственность, которая лежит на моих плечах. И полимеризация всего населения СССР, запуск нейросети «Коллектив», запуск операции «Атомное сердце». Да о какой ответственности вы говорите, товарищ Сечинов? Вы понимаете, что если в США узнают о том, что ваши машины способны по щелчку пальцев переключиться в боевой режим, то на вашем проекте можно поставить крест. Они ничего не узнают, повторюсь. Последствия сбоя уже ликвидированы. Товарищ Сечинов, возможно, некоторые члены Политбюро готовы поверить вам на слово, как заслуженному деятелю и члену Президиума Академии Наук, но боюсь, что для меня... Вашего слова недостаточно. О чем вы говорите? Высшее руководство страны поручило мне возглавить специальную комиссию, которая оценит последствия вашего сбоя. Мы будем у вас на предприятии уже через несколько часов. Вам ясно, товарищ Сечинов? Ну, если партия считает это необходимым, товарищ Молотов, то... Это же закрытая линия правительственной связи, Бабзи. Откуда у тебя эта передача? Это не передача, милок. Это прямое подключение к правительственной линии. Не думай об этом. Это моя забота. Тебе делом пора заняться. Да уж, подруга. Спасибо.
Уж больно крута ты, баба Зина. Крас, кто такая эта баба Зина? Затрудняюсь ответить, товарищ майор, если не знаком. Да? А мне показалось, что ты в курсе. Почему вы так решили? Да ты ни слова не проронил. Наверняка не хотел, чтобы она тебя услышала. Я решил не обнаруживать себя до тех пор, пока не сделаю точный вывод относительно того, на чьей она стороне. Логично. А что за проект «Атомное сердце», о котором говорил Дмитрий Сергеевич с товарищем Молотовым? Таких данных у меня тоже нет. Этот вопрос лучше задать академику Сеченову лично. Ладно, неважно. Если потребуется, шеф сам скажет. Пошли искать дорогу на станцию. Thank you.